Привет, Бишкек! Как вам погодка? Немножко жарковато, не правда ли? Это ли не повод побыть полчаса в прохладе и посмотреть тележурнал «Дресс-код»? Обещаю вам сюжет о яхтах, так что немного будет укачивать. Меня зовут Оля Чей, давайте не будем больше думать о жаре, только о пляжном сезоне. Генеральный партнер программы – магазин «Подиум». Генеральный партнер программы – магазин «Подиум». С приходом знойного лета страницы глянцевых журналов окрасились в яркие цвета. На рекламных билбордах и экранах телевизоров пестрят коллекции класса люкс. Об одной из них мы сегодня поговорим. Магазин «Подиум» представляет новую коллекцию одежды и аксессуаров Сальваторе Феррагамо. И поверьте, ни одного ценителя роскоши она не оставит равнодушным. Творчество Сальваторе Феррагамо неразрывно связано с миром кино. Начиная с 20-х годов, когда дизайнер переехал в Калифорнию, его величайшее мастерство стало невероятно востребовано на голливудских подмостках. В 50-х годах фирменный магазин Феррагамо, расположенный во Флоренции, стал излюбленным местом Одри Хепберн, Греты Гарбо, Авы Гарднер и Софи Лорен, которые с одинаковым восторгом относились к творениям дизайнера, удобной обуви в современном исполнении и с тонкой проработкой деталей. Звезды современности по-прежнему выбирают стиль Феррагамо, и, подобно им, все женщины мира ценят в этой обуви элегантность и качество. Не могу не отметить, что первым в истории моды патент на каблук-танкетку получил именно Сальваторе Феррагамо. Принято также считать, что шпилька выше 10 сантиметров тоже придумана им. Первой попробовала на себя изобретение легендарная Мэрилин Монро на знаменитом снимке, где платье звезды развивается ветром из подземки, она обута именно в туфельке Сальваторе Феррагамо. После смерти великий кутюрье увековечил свое имя благодаря одноименной марке. Ассортимент бренда существенно расширился. Обувь, сумки, очки, аксессуары из шелка, часы, парфюм, повседневная одежда. В выпускаемых им коллекциях присутствуют сдержанность и лаконичность кроя и расцветки. И самое главное, все это вы можете приобрести в магазине «Подиум». Модный дом Сальваторе Феррагамо является одним из самых престижных в мире. Его традиции продолжают дети, внуки и правнуки легендарного дизайнера. Ведь мода приходит и уходит, а стиль сохраняется всегда. Яна Числова специально для тележурнала «Дресс-код». Тележурнал «Дресс-код» в эфире, и погода заставляет забыть нас о строгих и темных тонах в одежде. Хотя вода в Иссык-Куле еще прохладная, но купальники уже надевать можно. Так что протестируйте актуальный ныне морской стиль. Думаю, про полосатый принт вам напоминать не нужно. Его можно использовать всегда и везде. Особенно в сочетании с чисто белым, синим и красным. Элегантно и никогда не выйдет из моды. А вот на что сделать ставку, на небрежность или сексуальность, решать вам, красотки. В любом случае будете выглядеть ярко и притягательно. Вы смотрите тележурнал «Дресс-код», и меня по-прежнему зовут Оля Че. Надеюсь, вы уже готовы к пляжному сезону и готовы бороздить волны на каком-нибудь плавсредстве. Сюжет про яхты мы сняли еще в начале июня специально для вас, в честь открытия пляжного сезона. Как любые пассажирские суда, яхты созданы для передвижения по воде. Однако только эти большие лодки ассоциируются с роскошью и богатством. На этих иссык-кульских яхтах тоже иногда отдыхают богатые и знаменитые. Только нам интересна тема яхт, потому что это красиво, увлекательно и здорово. Открыть сезон отдыха на воде мы приехали в Чулпан-Ату, и здесь же находится знаменитый яхт-клуб «Круиз», в котором собраны у пристани маленькие и большие яхты. Некоторые из них парусные, другие же двигаются на горючем топливе. Но и те, и другие завораживают. По определению, яхта – это быстроходное судно, предназначенное для перевозки отдельных персон в целях развлечения и прогулок на воде. Так что массовые перевозки на яхтах не совершаются. Исключительно прогулки в целях развлечения для небольших групп людей. Поэтому для начала мы прокатимся на быстроходном катере с двумя дизельными двигателями. По уверению капитана этого небольшого, но мощного катера, расход у него 145 литров в час. И под классификацию яхты он подходит как нельзя лучше. С каютой, туалетом, кухней и комнатой отдыха. Преимущество такой яхты типа Pyliner в том, что вы можете двигаться к любой точке, которую вы выберете, со скоростью 70 км в час.
Любые путешествия начинаются с выбора средств передвижения. И если вы выбрали яхту, то вам обеспечено воздействие на вестибулярный аппарат. Так что тренировать его нужно с детства. Об этом нам рассказал капитан яхты «Антаркс» Владимир. Вы знаете, это довольно несложно, но этому нужно учиться с детства. В том возрасте, когда у ребенка нет страха, и он не отдает себе полного отчета в своих действиях, тогда с этого ребенка можно вырастить в будущем. Он даст хороший результат и наверняка станет чемпионом. Кстати, именно «Антаркс» считается одной из самых быстроходных яхт из Иркутских вод. Эта яхта участвует в гонках, но в основном используется для прогулок и развлечений отдыхающих северного побережья. Своими впечатлениями от прогулки на «Антарксе» я поделюсь позже. А сейчас просто смотрите и наслаждайтесь. Спортивной и маневренной яхте, как «Антаркс», очень трудно удержаться на одном месте. И говорят, самое козырное – это вон там, на носу. Сейчас пойду и посмотрю оттуда. Этот сюжет мы сняли в начале июня. Сезон только открывался, и потому я решила порекомендовать, пожалуй, самое приятное времяпрепровождение на воде. Интерес к яхтам у кого-то возникает сразу и не пропадает в течение жизни. У кого-то появляется вместе с благосостоянием и желанием путешествовать независимо от времени года и обстоятельств. Потому что яхта – это прежде всего свобода. Ощущения от прогулки на яхте самые замечательные. Ветер в лицо, вокруг вода. И здесь именно ты понимаешь, что жизнь по-настоящему прекрасна. Вот как-то так прошли наши выходные на самом высокогорном озере в мире. Предлагаю и вам последовать нашему примеру и провести свои выходные также продуктивно. Хотя и в пределах города есть предложение. Когда в Бишкеке открывается концептуальное заведение, тележурнал «Дресс-код» не может пропустить открытие. Так случилось и в этот раз. Светская львица, ресторатор и мама троих детей Берметта Лагонова открыла летнюю площадку кафе «Браво», прилегающую к ресторану «Падишах Гранд», чуть выше кольца на Алма-Атинской. Как она успевает быть успешной бизнес-леди и трудно ли женщине заниматься ресторанным бизнесом в нашей стране, Берметта рассказала эксклюзивно тележурналу «Дресс-код». Преимущество – это то, что женщине всегда заложено быть гостеприимной хозяйкой, накрывать на стол. И вот все эти умения, я считаю, что они переросли с первого в хобби, а теперь уже в дальнейшем уже в большой бизнес. Само открытие прошло без пафоса, в дружеской обстановке, как принято в хороших семейных традициях. Возможно, потому что сама хозяйка «Браво» пригласила друзей, а они – своих друзей. И, в общем-то, все гости общались между собой так, как виделись не в первый раз. Несомненно, и вы узнали некоторых из них. Так как ты ресторатор, по-любому общаешься много с людьми, поэтому ты становишься уже как с ними вместе друзьями. И еще, кроме этого, есть такое понятие, как клиент на всю жизнь. Да, мои клиенты становятся моими друзьями. Поэтому и кажется, что это сейчас только одни друзья. Нет, это в основном все равно. Это такие же клиенты. Потому что даже тот же ресторатор, он не всегда будет посещать только свое заведение. Как принято на таких открытиях, фуршет недолго стоял нетронутым. Все потому, что шеф-повар кафе «Браво» готовит не только для взрослых, но и для маленьких гостей. Для них же здесь открыта летняя игровая площадка, очень яркая и удобная. Так что, приехав пообедать или поужинать, детки не захотят отсюда уходить. Впрочем, как и взрослые. Конечно, мы часто бываем на каких-то вечеринках, но такого формата, сейчас сказать, наверное, редко, потому что всей семьей можно выбраться, и детки играют, вы видите, да, они вокруг нас не бегают, то есть получается сами себе предоставлено, и мы можем спокойно посидеть, поужинать, поговорить, пообщаться. Летнее кафе «Браво», Берметта, как она сама, человек очень с энтузиазмом, она очень здесь все предусмотрела, даже вот видите, здесь даже охлаждающая система, очень приятно здесь сидеть во время знойной жары, здесь прямо спасение просто.
Действительно незаменимое приспособление для летних бишкекских деньков – распылители воды, что также говорит о полноценной заботе о гостях со стороны хозяйки кафе «Браво». И снова слово ей. У нас здесь идет как загородный отдых, но это очень близко от города, поэтому мы и ведем, чтобы люди чувствовали загородную атмосферу, зелени, природы, единение с природой. Потому что этого очень много у нас сейчас уже не хватает. И именно основа семейного отдыха, семейных мероприятий. Вот так быстро можно подружиться с ресторатором и красивой женщиной Берметто Лагоновой. Просто прийти к ней в кафе «Браво» или в любой ресторан сети «Падишах» и стать ее гостем. Потому что ресторанный бизнес – это прежде всего гостеприимство. А гостеприимство – это главная традиция нашей культуры. И сохраняют их такие страстные и целеустремленные натуры, как хозяйка кафе «Браво». Генеральный партнер программы «Магазин Подиум». Как одеваются успешные люди? Подиум делает эталон того, как выглядит лидер. А ваш статус обязывает соответствовать этикету, установленному в высших международных кругах. Бриони, Скабал, Картиджани, Артиоли, Барретт. Магазин «Подиум» – одежда и обувь уникальных мировых брендов. Обычно я на Числова готова снять сюжет о чем угодно, лишь бы это было интересно вам, красавицы. Награждение от журнала «ФАМ» – событие, которое мы не могли пропустить. И не пропустили. Наверное, я никогда не расстанусь с мыслью, что все церемонии награждения устраиваются для того, чтобы собрать наибольшее количество народа, покупаться в лучах славы, надеть свои самые красивые одеяния и попить шампанского. Сегодня церемонию награждения устраивает журнал «ФАМ» и, надеюсь, нас удивит. И действительно удивил. Красная ковровая дорожка, светские персоны, вечерние дорогие наряды, вспышки фотокамер и легкий фуршет перед началом церемонии. Все как полагается. Самое время приступать к награждению. Главная интрига сего мероприятия была раскрыта в начале вечера. Женщиной года стала Розетта Айтматова. Именно ее выбрала редакция журнала «ФАМ». Помимо этой номинации было представлено еще 6 в области моды, дизайна, стиля и шоу-бизнеса. Лучшие представители этих сегментов выбирались путем открытого голосования на официальном сайте издания. И сегодня явились нарядные и красивые за своими честно заработанными наградами. И как вы уже наверняка догадались, обратив внимание на интерьер, генеральным партнером церемонии выступил сотовый оператор «Билайн». Вы знаете, на самом деле очень приятно, когда в 7 номинациях участвуют значимые, я думаю, уже звезды нашей страны. И здесь нет победившихся или либо проигравших. Они на самом деле все звезды, и мы максимально старались подойти к этому объективно. Все было в целом замечательно, если учитывать тот факт, что голосование по каким-то причинам продлили. Вот. И до того, как его не продлили, оно должно было закончиться 1 мая, я была победительницей. Но на сегодняшний день? На сегодняшний день победитель наша глубоко уважаемая Дильбар, и чему я тоже очень рада. Актрисой года стала Чулпунай Кинжикулова. Стилистом года признали Нияру Шарипову. Медиалицо года досталось Асоль Молдакматовой, а почетные звания дизайнера года и певицы года завоевали Дильбар Ашимбаева и Гульнур Сатылганова. Правда, ни та, ни другая присутствовать в нужное время и в нужном месте не смогла. К сожалению, подобные гламурные мероприятия имеют свойство заканчиваться, но не навсегда, а для того, чтобы начаться в следующем году и выбрать новых персон, достойных звания лучших. И поскольку все интриги вечера на сегодня уже раскрыты, я могу позволить себе выпить бокал вина исключительно за победителей церемонии. Уверена, что каждая из вас знает, что такое селфи. Даже премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев взял телефон и сделал свое знаменитое селфи. Так что может получить за него целый лук от магазина Someone Special, так же, как и вы. Главное, размещайте свои самые креативные селфи с хэштегом «Dresscode TV Бишкек». И этот лук, платье, клатч и очки ваши. Генеральный партнер программы «Магазин Подиум».
Не так часто я выступаю в качестве модели, поэтому вам будет интересно посмотреть небольшую нарезку с фотосессии, которую организовал сайт Limon KG при участии фотографа Андрея Костикина. Не судите строго. And we're slipping off the course that we prepared. But in all chaos there is calculation. Dropping glasses just to hear them break. You've been drinking like the world was gonna end. Took a shine from the fist of your best friend. It's clear that someone's gotta go. We mean it, but I promise we're not mean. And the cry goes out. Their minds for us and how it plays out. Oh. Now we're in the ring and we're coming for blood. Oh, you could try and take us, but with the gladiators, everyone a ranger, but secretly the savior. Glory and gore go hand in hand. That's why we're making headlines. Delicate in every way but one. God knows we like archaic kinds of fun. Chance is the only game I play with, baby. We let our battles choose us. And the cry goes out. Oh, oh, oh. They lose their minds for us and how it plays out. Now we're in the ring and we're coming for blood. You could try and take us, but with the gladiators, everyone a ranger, but secretly the savior. Glory and gore go hand in hand. That's why we're making headlines. You could try and take us, but victory's contagious. Тележурнал «Дресс-код», как и все хорошее, конечно же, когда-то заканчивается. Одежда ведущей предоставлена магазином «Манго». Меня зовут Оля Че. Всем пока. Всех люблю.